Эту акцию ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь, проводят каждый год. Ежегодно наш лагерь, лагерь первой школы, круто проводит акцию, которая называется «Ромашка», так как ромашка – это символ этого светлого праздника. Наши воспитанники, дети с лагеря, поздравляют жителей нашего города и дарят им букеты ромашек. Вот и в этот раз подростки прошлись по улицам города, рассказывая горожанам историю Петра и Февронии, напомнили о традициях и символах этого праздника. Мы раздаем людям на улицах ромашки, поздравляем их с наступающим праздником и дарим им хорошее настроение. Маленький букетик ромашек получил каждый, кто встретил на улице этот удивительный десант. Молодцы ребята. Мы даже не ожидали получить вот ромашку и цветочки. Да, я даже удивился. Приятно, все-таки воспитывается поколение, которое должно знать об этом празднике, чтобы чтили, уважали. Я считаю, что правильно. Дорогие десногорцы, поздравляю вас с праздником. Желаю быть любимыми и любить. Хорошо, что такие замечательные традиции существуют в нашем городе.